Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних совместно с представителями Центра по противодействию экстремизму и терроризму окружного УМВД провели для учащихся Одинцовского 10-го лицея лекцию о безопасности поведения подростков в интернете и социальных сетях. Полицейские напомнили ребятам о правилах, которые сохранят личные данные пользователей в безопасности, а именно использование двухступенчатой системы входа в аккаунт, а также применение уникальных паролей в социальных сетях. Также учащихся проинформировали об административной ответственности за правонарушения, совершаемые в сфере IT.